Для меня это идеальный воскресный день. И сейчас в доме, в тепле, я буду смотреть фильм «Красотка». Боже, что может быть лучше? Какая красота! Ребята, всем классного воскресенья! Ребяточки, всем привет, мои хорошие! Слушайте, мы наблюдаем такую красоту. Вы посмотрите, небо затянулось темное-темное. Как это красиво! И мы ждем дождя. Впервые, может быть, за полгода мы сейчас увидим дождь. Боже, как это красиво! Молния, гром гремит, разрывы грома, раскаты грома. Класс! Ой, дай-то Бог! Боже, как хочется дождя! Как это красиво! Все сидим всей семьей, ждем дождичка. И да, понюхал массажик. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Всегда садится на Роберта ноги. Всегда сидит. Всегда. На папочкиных ножках, да. Боже мой, скорее бы уже этот ливень. Прям ливня хочу. Как красиво. Вот эта пальма на фоне темного неба, как она красиво смотрится. А там небо светлое, светлее. Класс. Такие раскаты грома вообще. Кто-то орёт. Это на стройке, видимо, орут. Боня, кто там кричит? Кто? Бонечка, а тебе дождиком пахнет? Мне пока нет. Я думаю, сейчас прольет что-то на нас. Хоть капельку какую-то. Хотелось бы проливного ливня. Где ты? Rain, where are you? Ребята, что-то такое творится. Налетел такой ветер. Посмотрите, что творится. Ой! Ой! Боже, снесло в этот радостник. Боже, какой ветер! Ой, боже мой! Хорошо, я хоть поснимала. Боже! Глянь, пакеты, пластик бэк из флаг. Боже, какой ужас, ребята! Такой ветер поднял. Блин, глаза песок. О, боже, что за... Ой, сам... Кейбл. Знаете, что творится, ребята, какой кошмар. Сейчас, думаю, такое должно начаться. Хоть бы началось. Клонит деревья, вы посмотрите. Как вовремя я поснимала белье, слушай. Уже было бы как-то пора их поснимать. И полотенце, постельные, подушки, смысл. Мы в ожидании. Любименький, can you say hello, привет, добрый день. Look at me. Smile, 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 smile. Мы прям ждем, ждем, чтобы уже хоть что-то капнуло. Ну давай. Я думаю, где-то в горах уже идет ливень. I think in mountains already have rain. I think so. Ну нам его не жалко, потому что он совершенно нерабочий. Там одна и та же температура, 20 градусов. Видите, там вдалеке такое, как затуманенное.
Вот это там уже дождь идет, и мне кажется, вовсю. Видите, все стараются побыстрее, побыстрее. Домой. Соседи напротив, ребят, смотрите, они сейчас пытаются... Боже, куда он вылез, твой мальчик? Хоть бы не упал. Пытаются опустить, ну, как это, ролеты или что такое. Закрываются. Ну, короче, люди понимают, что сейчас будет Армагеддон. Ой, дай-то Бог, чтобы уже твой ливень прошел. Парень, видите? Слышите, какие раскаты грома? Все, опустили. Боня, что ты там кричишь? Начался дождь, ребятки. Смотрите, начался... Ой, класс! Honey, congratulate you! Yeah. Да, начался ливень, ребята! Yes, yes, yes! Вау! Класс! Ой, ну наконец-то! Слушайте, это вообще кошмар, что творится. Боже. Боня сидит дома. Парнишка там выглядывает. Бонечка, не кричи. Эти люди бегут. А мы... А все бегут, 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 а он не видит. А все бегут, 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 а он стоит. Правда так? Роберт говорит, ты могла бы уже заткнуться, мне Роберт говорит. Могла. Рябинушка, ухнем. Дубинушка. Или рябинушка, или дубинушка. Боже. Льет. Видео посвящается дождю на Кипре. У меня ноги мокрые уже. Сижу полностью на Крыму. Я, кстати, читала о том, что будет дождь. Где-то на Фейсбуке, в какой-то кипрской группе я состою. Вау, вон так.